Приветствуем вас на нашем канале. Телеведущая Маша Малиновская отказалась заводить отношения с небогатыми мужчинами без амбиций. По ее мнению, это нормально. Так же, как нежелание мужчин встречаться с некрасивыми женщинами. В своем инстаграм модель пояснила, что считает двойными стандартами обиду бедных мужчин на девушек за то, что они не хотят с ними встречаться. Однако сами они не торопятся заводить отношения с непривлекательными дамами. Почему мужчин не спрашивают, встречались бы они с некрасивой девушкой? Почему нет мужских журналов с фотографиями некрасивых, но очень хороших женщин? Написала Малиновская. Она задала вопрос своим подписчикам, не считают ли они лицемерием такую позицию сильного пола. Многие женщины признались, что и сами неплохо зарабатывают, при этом отлично выглядят, потому что вкладывают в свою красоту деньги. Зато когда они хотят найти себе мужчину под стать, их винят в меркантильности. Кроме того, дамы уверены, что при рассказах мужчин о том, что их надо любить за душу, это значит, что он либо бедный, либо жадный. А вы как считаете, права ли звезда? Или у вас другое мнение? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.